Знаете, как я разговаривал лет, наверное, 15-20 с министрами, хотя я маленький был. Я говорю, слушайте, а как же так? Вот смотрите, у нас огромное количество в Московской области птицефабрик. Где они сейчас все? Их практически нет. Не, сейчас уже более-менее они уже начали выстраиваться опять. И мы начали сейчас давать продукцию для Москвы и Московской области. А раньше что делалось? Пришел министр, ему говорят, слушай, чувак, вот мы там с Испании приехали, да, давай мы тебе будем слюнявить, а ты только у нас будешь, вот только у нас будешь закупать. Ну, конечно, у меня контракт с ними на 10 лет, даже если я уже не министр. Понимаешь, и вот такая система коррупции, безумная, составная 20 лет назад, она просто разлагала весь департамент правительства. Вот просто из нее, вот понимаешь, вот гниль вот эта вся вылазила. Конечно, и было потеряно все производство. Легче что, получить себе в карман? И легче ничего не делать, а закупить. Вот то, что мы сейчас и получили. Ну да, нет у нас этого вонючего, плесневого, пахнущего носками сыра. Ха, ничего подобного, он уже появился в Калужской области. У нас нету, значит, у нас нету там чего-то вкусняшек. Ничего подобного, ты посмотри, теперь не пишется... Значит, Испания или Италия, пишется Морел, значит, Казань. Все мгновенно на глазах. Это нам нужно. На глазах мы поднимаемся с колен. На глазах мы меняем. Только они теперь будут плакать. Они будут к нам проситься, потому что у них все заточено под что? Под те продукты, которые они гонят к нам в Россию. Ничего, нехорошо, мы годик потерпим. Ты посмотри фрукты, у нас Крым. Я принимал участие в референдуме Крыма, где был награжден правительственной наградой. Я вижу, что произошло за год. Казалось бы, за год, ну ничего нельзя сделать. Поверь мне, все можно делать. Я там бываю практически каждый месяц. Поля, пахота, все. Через год у нас своего вина. Фруктов, продуктов немерено будет. У нас есть Кавказ, у нас есть, ну, ближние наши братья, которые, с которыми у нас кровь перемешана. Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, да та же Грузия. И поверь мне, что через полгода с Грузией у нас будут абсолютно классные, хорошие взаимоотношения. Они уже боржоми пьем? Пьем. Грузинские вина? Выпиваем. Так что все будет нормально.